Три дня, посвященных танцу. 12 лучших хореографических коллективов. Впервые в областном центре проходит международный фестиваль хореографического творчества «Движение». В Иваново приехали гости из Португалии, воспитанники школы танца «Альгарве». Это необычный совершенно фестиваль. Это фестиваль, где люди не соревнуются, люди дружат. Для нас он представляет огромный интерес с точки зрения профессиональной, потому что мы имеем возможность посмотреть, а как работают наши коллеги, как работают с детьми в очень далекой Португалии, причем работают с русской школой и каких результатов добиваются. Руководитель школы танца «Альгарве» Евгений Беляев родился и вырос в Иванове. Закончил колледж культуры, а сейчас преподает классическую современную хореографию в Португалии. Ивановская публика очень горячо приветствовала выступление заграничных гостей, в очередной раз доказав, что танец – это язык, который понятен всем. У нас приехали дети разного возраста, начиная от 10 лет и заканчивая 16 годами. В качестве той группы, которая была сформирована только для поездки. Многие из них уже победители различных международных конкурсов. Такие конкурсы, как Лозаннский конкурс в Швейцарии, американский гран-при. Вот был прошел недавно, мальчик у меня взял гран-при на этом конкурсе в современной хореографии. В числе участников фестиваля – воспитанники образцового хореографического коллектива театра танца «Нон-стоп». Ребята не раз участвовали в различных фестивалях, и волнение перед выступлением стало для них уже делом привычным. Мы ездим в Санкт-Петербург, в Тейково, мы в Сочи поедем скоро, в Ярослав ездили, нам очень там понравилось, мы целых 4 раза занимали по гран-при. Нам очень нравится в этом коллективе, и мы не будем из него выходить. Несколько лет назад воспитанники театра танца «Нон-стоп» уже ездили в Португалию, и не исключено, что поедут снова. Школа танца «Альгарве» не только активно участвует в фестивалях, но и организует их. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.